iPhone 12 mini, что ли? Да, да. Че, купил? Да. Блин, классно. Я хотел жене своей подарить. Че, как? Очень удобно, понимаешь? Для... Да, можно посмотреть? Да, только осторожно. А как слышимость? Хороший, нормально. Алло. Ну, да. Удобно, да? Да, 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 да. А фронталка? Хорошая, да. Осторожно. Ох, ничего себе, он снимает. Да. Классно. А это сзади? В кармане удобно? Да, очень удобно, да. Там сзади броном. Вообще не чувствуется, да? Сзади стеклянный такой, да. Хороший. Классно. Да. Прикольно. Да. Ты что сделал? Ты что сделал? Ты что, успокойся, ты что, это же iPhone. Это iPhone 12 mini, он крепкий, ты что, видишь, ничего не было. Фух, я вспотел, ёлки-палки. Не бойся, ты ничего. Я тебе говорил, родной, ищ маломатно. Непростой, узой, непростой, но. У-у-у. Ема. Ё-моё, нафиг надо, зимний костюм надо было сшить, ё-моё. А так супергерой тоже простой, ё-моё. Эмма! Эй, как током шипанул! Расслабься, родной. Да ты гонишь! Да я тебе отвечаю, братан, я на нос меня, спайдермен, братан, на кадинг ли воргой. Вот, да ёлка. Не, не верю. Эй, братан, вот в один день воргой, не спасу тебя, понял? Пойди, Танос же есть? Я его почти выключил, почти же есть. Чуть-чуть осталось. На ней болезнь ворвал, да я задолбал. В костюме никто не остановится. Такси! Чисто батинский взгляд. Бать, можно машину возьму? Бать, бать. Вот же рожковый ключ, да? Да вот, бать, возьми, что ты мучаешься? Давай, все, давайте. Бать, ты же обещал не пить сегодня. Идет, зови. Папа, там мама звонит, говорит, что ты яйца захватил. Да, сейчас, подожди. Пап. Дайте глотну, па. Ой, а помнишь, как в школе классно было? Да. Блин, с моими знаниями вернуться бы в школу, а? Сарсенбаев! 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 А! Что такое логарифм? Хорошо. Синус 60 градусов. Я не знаю. Ну вот и не выебывайся. С моими знаниями вернуться бы в школу. А ну-ка давай-ка хренач обратно в свою вселенную. Ну что, за тебя? Не-не-не, все, я больше не пью. Никогда. Не, вторую жену брать надо, брат, но проблема, как об этом сказать первую? А ты такой, что проблема? Я сказал своей жене, спокойно сказал. Сказал? Сказал? Да. Спокойно, я поднялся с ней в комнату, дверь пнул там. Эй, жена, я говорю. Ты целая жена? Да, кликом, я! Аура какая-то, пойдем в другом месте. Пойдем там, скажешь? Короче, я сказал своей жене. Жена! Я! Я! Белый! Пойдем в машину. Че, как ты сказал? Короче, я сказал. Жена! Я сказал. Жена! Я! Белый! Давай, отъедем. Кто такой? Молодой. Твой друг, который никому ничего не говорит. Братан, Алина же тогда капец что вытворяла. Ты за Алину знаешь? Нет, а чё? Только никому, короче, Алина с Леной, давай, короче, жестко. Братан, сейчас кое-что скажу, только никому не говори, хорошо? Всё хорошо. Поклянись. Я клянусь. Ты, короче, на корпоративе, помнишь? И она ему дала, прикинь. Ты только никому не говори. Конечно, братан, ты чё, я могила? Братуха, как дела? Салам, ничего, нормально. Ты, может, тебе зайдем, чай попьем? Дома никого нет, а? Давай в следующий раз. Все, давай. Салам алейкум, как дела? Салам. Ничего, хорошо, с вами как? Че, может, домой зайдем, чай попьем? Пойдем. Ассалам алейкум, халайсус. Алейкум ассалам. Ничего, хорошо. Че, может, домой, мясо, чай там? Спасибо, я тороплюсь, давай в следующий раз. Ассалам алейкум.
А, Бакет, давайте, помогу, давайте. Рахмет, рахмет. Бакет, халай, ет, унова турма. Ну, мясо вкусное, вкусное. Бакет, ну, сызын хурметінізге. Халу алын. Самый лучший, самый лучший, самый лучший, самый лучший. Он придет, все решит, все проблемы наши. Самый лучший, Бакет, ага. Спасибо, спасибо. Бакет, в общем, сын учебу закончил. Нужно бы его куда-нибудь на работу устроить. Эй, в любое время звони, решим. Лариса, надо нормально мазать. Его сейчас не намажешься, оно потом все, знаешь, обгорит, оно мне надо. Ну хотя вот эта сметанка была бы идеально. Вот эти все крема, это химия все равно. Ой, ой, девочки, вы упали. Вы упали, девочки. Ну что ты, Ларис, там? Ща, Людочка, Что-то у тебя здесь замкнуло, что ли, не да пойму. Да мне сыну надо отправить, что ж у тебя, блин, руки жгут. Да что ж ты, Ой, ну и что, оно казенное, кому оно нужно? А мой полгода будет бошку свою мыть потом. Магнитиков нету на полотенце, можно так что? Никто и проверять не будет, они ж тут все богатые. Они. Ой, ну Ларис, смотри, ну это что-то с чем-то, слушай, а? Смотри, какая, ой, прелесть. Идет. Ой, доча, смотри, доча. Что за лепота просто? О, вот так. Это наша отель. В эфире Start News. Самые горячие новости за эту неделю. Жители города Шымкент устроили давку из-за бесплатных ковров. Социальный дистанционный бюджетный шардер. Парламент принял закон о досрочном снятии пенсионных накоплений. Но могут это сделать только те, у кого порог достаточности. Понятно все. Когда и кого будут прививать российской вакциной «Спутник 5» в Казахстане? Бірінші вопрос. О вакцина халал ма? Екінші вопрос. Почему вакцину в первую очередь получают медработники и педагоги? Мы предлагаем, чтобы вакцину попробовали в первую очередь депутаты. Олар все-таки бізден жұмысты көбірек жасайды ғой. Арнату Тепергенов, Ақжол Сайранханов. Тамақты тойып жендер, осымен жатасындар. Лыжа, короче, спускаюсь, из горки еду. А я толком не умею же кататься. Брат, тебе магазин открыт. А что ты туда смотришь? Ну я просто, решил подсказать, закрой ширинку. А зачем туда смотришь? Ну просто увидел, че. Ну я ж тебе в глаза смотрю. Просто на секунду посмотрел, как бы это сказать решил. Ребята, это, конечно, не мое дело, но, Тима, ты здесь реально неправильно сделал. Да вы что, пацаны, преувеличиваете? Я же просто посмотрел на секунду и сказал. Но ты же просто мог встать. Его как сделать? Вот и все. Да вы что, пацаны, блин, вы что, на куре, что ли, блин? Или с тобой что-то не так? Вы что, блин, что, реально, что ли, пацаны, докапываетесь до меня, блин?